Только виновник торжества, светофор, сделан из шариков. Все остальное – самое настоящее, и детское кресло, и светоотражающие жилеты, и дорожные знаки. Висит родители для вас, особый знак здесь дети. За них мы все в ответе. Как правило, сотрудники ГИБДД сами выступают с инициативой проведения подобных праздников в каких-либо учреждениях, но в этот раз их пригласило руководство торгового центра, что не может не радовать. Мы проводим мастер-класс на регулярной основе. И такой данный мастер-класс мы приурочили к дню светофора. Связались с местным ГИБДД, предложили им, они с удовольствием поддержали нашу инициативу. В празднике приняли участие дети от 3 до 8 лет. Многие из них, судя по ответам на каверзные вопросы, неплохо знают правила дорожного движения. А некоторые даже стихи посвящают светофору. Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. Желтый нас предупредит, а зеленый говорит: проходите, путь открыт. День светофора отмечается ежегодно 5 августа в честь установки первого такого прибора. Но для сотрудников ГИБДД это прежде всего повод еще раз повторить с ребятами правила дорожного движения. На многих перекрестках и пешеходных переходах именно светофор является главным устройством, регулирующим движение. Но что греха таить, часто его сигналы игнорируются. После такого веселого урока дети и сами получше запомнят его сигналы, и родителям, если что, напомнят. Сами сотрудники отдела пропаганды признаются, работать на таких праздниках с одной стороны тяжело, с другой приятно. Чувствовать детские эмоции. Когда работаешь с детьми, халтурить нельзя, потому что ребенок, он сразу же понимает и перестает на тебя обращать внимание. Поэтому нужно выкладываться на все 100, отдавая всю душу. С начала года в Ленинском районе произошло 7 ДТП с участием детей. Поэтому такие занятия также призваны обратить внимание родителей на безопасность маленьких участников дорожного движения. Это познавательно, интересно, весело. Детям очень нравится принимать участие в таких мероприятиях. И родителям тоже. Нам было весело и замечательно. Большое спасибо. Чем ближе начало учебного года, тем больше детей возвращается с отдыха в города. А значит, водителям стоит быть внимательнее. Максим Козлов, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.